Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И если вы заходите ко мне на канал и смотрите видеообзоры, значит, вы тоже любите магазин Fix Price и те товары, которые там продаются. И если быть честными, Fix Price можно уже назвать своеобразной болезнью, потому что мы стали зависимы от этого магазина, мы с вами бегаем, ищем новинки, что-то пытаемся купить. И действительно невозможно устоять перед интересными вещами, тем более по более-менее привлекательным ценам. И действительно в Fix Price намного дешевле, и мы с вами сравнивали цены с другими магазинами и даже с Алиэкспрессом. Поэтому да, Fix Price выигрывает, и от этого никуда не уйти. И недавно мне захотелось с вами обсудить, поразмыслить на тему, почему же мы так любим Fix Price и почему этот магазин стал настолько популярным. Я изучила очень много различной информации, различных статей и готова вам высказать основные тезисы, на которые ссылаются покупатели и авторы этих статей. И давайте вместе с вами именно эти пункты и обсудим. Как я уже и сказала выше, Fix Price – это магазин дешевых товаров. И да, несмотря на то, что сейчас есть цены 149 рублей, 199 рублей, но на аналогичные товары в других магазинах цены намного выше. Примерно половина, а то может и побольше всего ассортимента, это, конечно же, товары китайского производства. И раньше можно было заказать намного дешевле и на AliExpress, но, к сожалению, сейчас на AliExpress ситуация обстоит совершенно по-другому. Цены взлетели в связи с тем, что произошло повышение курса доллара, а также ввели и платную доставку. И если заказывать только одну единичную вещь, то выходит она намного дороже, чем в том же самом Fix Price. И еще мне с вами хочется обсудить один вопрос. Это ценообразование. Да, мы не будем вдаваться в рассуждение, что 199 рублей это дорого. Нет, все-таки на аналогичные товары в других магазинах можно найти цены и выше. Но почему же такие низкие цены? Дело все в том, что организация Fix Price или головная организация Best Price, она закупает товары просто в громадных объемах. Ведь оснастить, заполнить полки всех своих магазинов, а магазинов очень много как по России, Белоруссии и Казахстану, нужно большие поставки товаров. И действительно, когда организация закупает у поставщика товар, чем больше партия, тем ниже цена. Все мы с вами проходили экономику в школе, в институте, поэтому да, так и работает ценообразование. Ну и даже если удается найти вещь на Алиэкспрессе или на Джум, например, по такой же привлекательной цене, то необходимо минимум ждать примерно месяц и надеяться, что товар вам придет качественный, без брака и не помятый, например, при пересылке и транспортировке нашей любимой почтой России. А в Fix Price, конечно же, мы можем сразу прийти, покрутить этот товар в руках, пощупать, понять, он нужен нам или нет, и сразу же приобрести и не ждать. За что же еще мы с вами любим Fix Price? За то, что это магазин, который есть практически в любом в городе, начиная от большого, от столицы, от областных городов и заканчивая маленькими городами. Конечно же, да, в маленькие городки новинки приходят намного позже, и я сама с этим столкнулась, и многие зрители моего канала в комментариях об этом пишут, что, например, если у них маленький городок, то к ним товары могут приходить примерно на 2-3 месяца позднее, чем в крупных. Но все же, практически в каждом городе есть этот магазин.
А также этот магазин построен таким образом, что помимо каких-то товаров для дома, там есть бюджетная косметика, также есть и продукты. Например, те же самые макароны или какие-то соусы, консервы. А недавно в продаже стали появляться сыры и колбасные нарезки. И тем самым, если вы забежали, например, за каким-то порошком стиральным, вы можете соблазниться на макарошки, на консервы или на какую-то другую вещичку. И магазины всегда располагаются в спальных районах, чтобы быть поближе к покупателям. Ведь по сравнению даже с тем же светофором, где ассортимент во многих позициях перекликается, и мы с вами даже сравнивали товары в фикс-прайсе и в светофоре, но за счет того, что светофор – это магазин складского типа, и ему необходимы большие помещения и удобные пути подвоза товаров, поэтому светофор всегда располагается на отшибе. А в фикс-прайсе все построено таким способом, что магазин можно организовать вообще на маленькой площади. И поэтому, да, где-нибудь в подвалах или на первых этажах обычных жилых домов можно эти магазины встретить. Также фикс-прайс постоянно обновляет свой ассортимент. И так как я занимаюсь съемкой для вас, подготовкой видео о новинках, я замечаю, что новинки появляются каждую неделю. Да, возможно, в других городах они появляются и два раза в неделю, но все равно для нашего города я считаю, что обновление ассортимента один раз в неделю и тем более обновление по всем позициям – это тоже очень здорово. Вообще фикс-прайс можно назвать магазином тысячи мелочей, и я думаю, с таким форматом магазина вы знакомы давно. Раньше они были распространены, сейчас как-то они уже уходят, и, возможно, тот же самый фикс-прайс их вымещает. Ведь в этом магазине можно найти все, что угодно. А также мне хочется назвать фикс-прайс женским магазином, потому что все равно большая часть покупателей – это, конечно же, женщины, так как на полках мы с вами видим множество декоративных штучек, множество бюджетных игрушек, а мы с вами, как мамы, хотим купить ребенку игрушку подешевле, так как на своем опыте знаю, что какая-либо другая игрушка в другом, например, магазине стоит очень и очень дорого, а бюджет, как говорится, не резиновый. А также в фикс-прайсе полно одежды и, повторюсь, косметики. Конечно же, в этой компании уделяется большое внимание экономии. И повторюсь, что именно это сказывается, например, на площадях магазинов. Зачастую можно найти настолько маленькие магазинчики, где все так скукожено. И у нас в городе есть один такой, по улице Красноармейское шоссе. Там буквально три ряда, проходы очень узкие, и двум людям просто трудно разойтись в этих маленьких проходах. Да, экономия площади и экономия, например, на кондиционерах и в том магазине в жару просто невыносимо находиться, ты ходишь мокрый, это духота. Поэтому, да, еще один способ экономии. Конечно, вы могли встречать в интернете и истории о том, как штрафуют кассиров, работников зала, но, к сожалению, я не хочу вдаваться в эти подробности, потому что я там не работала, я не буду врать и это обсуждать. Если вдруг кто-то точно знает какую-то информацию, то смело пишите в комментариях, давайте с вами это обсудим. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Честно говоря, не знаю, насколько оно было для вас интересным и полезным, но мне действительно хотелось с вами обсудить эти вопросы. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, по каждому пункту. Если у вас есть свое мнение, смело высказывайте, давайте обсуждать. Ну а если видео хоть капельку было вам полезным и интересным, поддерживайте пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а на сегодня это все. До скорых встреч. И пока-пока!